Сискерс – роскошное заведение в самом центре города. Именно здесь наши герои Дани и Мяу отдыхают после поисков новых форм жизни. А то ваш ранен ведет себя несколько агрессивно. Ну, знаете, уже второй день, а все вот в воду. Сколько можно? Люди все скандалы. Не за этим очень приходят. О, да, я оценила и вашу выдающуюся архитектуру, и обруки, то есть высокий уровень обслуживания. О, Господи, собирайте, нужно не договориться о встрече с этими овнами. Ведь пока бы сидеть дома, сливаться на беде. Дэнди, мяу! Привет! Что ты здесь заказываешь? О, пойдем брать! Детка, это совсем другой плохастый петухизец. И я совсем не Данди, совсем не Спейс Данди. Я просто парень, который будет очень-очень рад проводить тебя домой, крошка. Милочка, скажите, у вас подают тот самый фирменный латте? Да, конечно. Тогда еще стакан воды. Это что за комедия? Это что за сверхсекретный прибор, который нельзя вести в центр? Послушай, сладкая, веди себя естественно. И глаза и уши везде. А мы с тобой просто два метеора, чьи траектории пересекли здесь по приходе. Моя нога! Еще немного, и твое лицо пересечется со столом. Эй! Мяу, хватит жрать! Займись-ка! Это квантовый теперь. В общем, это очень важный прибор. Мы добыли его в своих приключениях. Ну, ребят, это я сам не желаю. Скажите, что он делает? Он достает уникальных инопланетян. Мяу, рубай! Знаешь, вот уникальная форма жизни, там полностью прямоугольная. Ты не забыл о судьбоносной встрече лица и стола? Считай, что ты назначил первое свидание. У тебя остались 3 попытки до того, как оно состоится. Это, знаешь, ну сбой, такие бывают, это происходит. Может быть, аппарат просто прогревается. Или шерсть попала от этого блокастого. Отойди, дай-ка я. Это уникальный. Это самый обыкновенный кролик-бусель. У меня таких 300 штук есть. 2 попытки. И еще стакан воды. Сейчас. Это что?
Эталон красоты и изящества. Самое прекрасное существо в галактике. Послушай меня. Ты вот готова прямо сейчас подойти к нему и попытаться приучить, да? Нет, ну знаешь, я отсюда вижу его элегантность, да. Тянет нам 100 блогов. Пойдемте, голубчик, нужно вас срочно занести в каталог. Пока никто не перепил. У тебя нет заначки на этот день. Какой этот? На самый черный день. Мне бы потратили неделю назад. Ведь тогда у нас остается только один. Самый ужасный способ. Мы должны работать. Завтра, наверное, начнем, да? Попрошу, двері зачиняються. Наступна станція. Ой, це Борис Пуста. Хлопця, а де це я? Я прошу тебе не внимание, в бубалі. Я не сам здогадався, що це певно генді. А що робите? Оце ж і ми знімаємось, коли того генді, за нормальні дітема. Супланетян? Супланетян? Да? Тобто зелених чоловічків? Да, нам з'єднуються тебе. О, слухайте, у нас на землі за одного зеленого чоловічка дають 10 тисяч. Предвкушая славную победу и богатую добычу, наши мужественные герои спешат в очередное приключение. Мощь и обаяние Данди, смекалка и быстрота Мяу известна всей галактике. Трепещите, зеленые человечки!